look around, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. Друзья мои, всем огромный привет из Запорожья. Сегодня мы с вами снова в очередной раз наблюдаем за строительством вантового моста через реку Днепр в Запорожье. Друзья мои, вы понимаете, я не успеваю следить просто за новостями. Они выходят как жареные пирожки, и они разные. В предыдущем видео я озвучивал новость, которая была на то время, то, что возможен срыв сдачи моста в эксплуатацию в этом году, и сроки сдвинулись на второй квартал 2022 года. Но буквально на днях новость о том, что наш глава Запорізької ОДА Олександр Старух був в Києві, на хвилиночку, це столиця України, и эту новость мы должны воспринимать более чем серьезно. Он был с рабочим визитом и, в частности, встречался с заместителем главы Укравтодора и также представителем компании «Анур». Они говорили об окружной дороге, новой окружной дороге вокруг Запорожья. Ну а также, конечно же, разговор был о мостах. И вот представитель фирмы «Анур», он уверил в том, что сроки будут дотримані. Ребята, мост дадут якобы в срок. Я не понимаю, насколько это реально, насколько это возможно, насколько это правда. Потому как объем работы еще очень и очень велик. Но многие подписчики верят в то, что в этом году. Некоторые подписчики, конечно же, придерживаются точки зрения, что, конечно же, возможно, не успеют. И это будет в 2022 году срок эксплуатации этого моста. Некоторые здраво подходят, например, даже то, что мы этот мост ждем уже с 2004 года, то бишь 17 лет, да? И если на данном этапе строительства, масштабного строительства, потому как мост строится все-таки в три смены, более 500 строителей на мостах, и если даже что-то где-то не получается, где-то что-то задерживается, может быть, даже элементарно вот люди понимают то, что, возможно, устойка какого-то бетона нужна и так далее. То есть не вопрос до полугода, да, то есть это нормально. Если не вписываетесь в срок с этим мостом, то это, то бишь, good. Все норм. Но, опять-таки, представитель компании фирмы «Анур» уверяет в том, что мост будет сдан в сроки до начала следующего года. То бишь до конца 2021 года этот мост будет сдан в эксплуатацию. Друзья мои, ну а мы с вами дальше будем следить за новостями о стройке Запорожского моста. И периодически, конечно же, будем выезжать и смотреть воочию о происходящем на этом месте. Вот такие новости на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока-пока. It's constantly.
No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't think right. Feeling too sad.